Всем привет, вы на канале GameDo, продолжаем играть в игрушку Darksider 2. Так, вот я вернулся в город, сейчас нужно, наверное, квесты отнести. Тут бочки стоят, кувшины стоят. Как я их мог тогда, когда сюда ходил, пропустил, не поразбивал. Так, это тот, кто обучает скиллам. Точнее, обучает не скиллам, а обучает комбо. Мне придется идти. В городе на коня сесть нельзя. Нужно пешком ходить. Ага, вот то с тем мужиком я еще не общался, но квест нужно вот сюда нести, отдавать. Так, какой-то дракон еще. А ну-ка, что здесь у нас? Входящих нет. Это что, какая-то почта или что это? Непонятно. Входящих нет. Приколисты. Так, во. Это ты меня посылала на квест, да? Я пришел и квест выполнил. Всадник! Пламя гор вновь струится! Да, оно освобождено мною и Карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя ждет, всадник. Чтобы покончить с этим, нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, творец. Это так, но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодится. А ну, что ты мне дашь? Пистолет? Тут есть пистолеты? Мне знаком этот пистолет. Он принадлежит моему брату Раздору. Как он сюда попал? Не могу сказать. Но теперь ты можешь купить и другие вещи. Достань слезы и возвращайся ко мне. У тебя тоже можно посмотрите купить получше. Что-то. У нас есть новые товары. Да, только цены. Сейчас продам, возьму все. Да, продать. Так, оружие. Дорого, ребята, очень дорого. Плечи. У меня вообще плечей вроде бы нету, да? Давайте купим плечи, да. Купить. Ну, спасибо, всадник. Спасибо, а тебе все бабло свое отдал, спасибо. Столько денег потратил я на тебя, женщина. Так, плечи, это мои первые плечи. Так, надеть. Какие-то маленькие, некрасивые. Так, мне дали пистолет. И где? Я его нигде не вижу. В оружиях нету, в шмотках нету. Без понятия. Удачи! Так, куда его дальше бежать-то? Ага, вот сюда, наверное, бежать. Хотя вон в углу отображается пистолет. Так. Туда мы пойти, хотя квест туда показывает. Нужно с этим мужиком еще поговорить. Я с ним не говорил еще. Привет! Смерть. Предвестник горя и все же последняя надежда. Расскажи мне о слезах. Я все еще не знаю, что такое слезы, творец. Тогда слушай внимательно. Давным-давно Создатель сотворил гору Отца Камней. Тысячелетиями гора возвышалась над бездной. Из недр горы поднимался огонь, а с вершины стекала прозрачная вода. Когда две стихии встречались, гора росла. Так возник первый мир, мир Творцов. Значит, слезы проливает эта гора. Да, и мы до сих пор творим, как это делал Отец Камней, с помощью его пламени и слез. Без них мы не сможем ничего создать. Чё, все, да? А сюда пройти можно? Удачного тебе пути. А чего здесь у нас? Чего здесь?
Это, наверное, самая главная кузня. Вот то пламя, которое я освободил. Вот его вроде бы раньше не было. Хм, красиво. Так, тут еще одна дверь есть. Хотя мне квест показывает совсем в другую сторону идти. Но мне любопытно. Вау. Это что такое? Здесь, по идее, должен быть мост. Но моста нету, и потому я сюда зря пришел. Возможно, потом, по сюжетной линии, мы как-то этот мост починим. И потом, наверное, можно будет пройти здесь. Пока что тупик. Так что идем обратно. Хоп, кувырок, хоп, кувырок. Хоп, хоп, хоп. Давай, давай. Эх, медленно ты бегаешь. Давай, давай, давай веселей. У нас еще много дел, которые нужно сделать. А ты плетешься медленно так. Что ты смотришь на меня, творец? Так, еще вот туда есть проход. Что у нас здесь? А, тоже какой-то торговец. Я так понял, вот эти весы. Это торгаши всякие. Возможно, ты и бутылки продаешь. Мы тебя ожидали, всадник. Твоя тень уже давно нависла над этим миром. Жнеца знают все древние. Но тебя я не знаю. Мы построили этот мир, но порча проникла в его сердце, за считанные дни разрушая то, что мы создавали тысячелетиями. Эйдард старается облегчить эту боль, но наши души жаждут другого утешения. Смерти. Нам не на что надеяться. Так, у нее можно покупать талисманы и зелья, и можно кое-что послушать. Садник, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? Нет. И вот такое существо отправляется менять судьбу, которая кажется ему несправедливой. Это долгий и опасный путь. Опасный даже для смерти. И почему тебя это волнует, шаманка? Я умею только делать талисманы. Если ты принесешь мне материалы, я изготовлю сильный талисман, который поможет тебе в пути. Что тебе нужно? Кость ходока, едкая роса и резной камень. Не самый простой из талисманов. Где мне их найти? В разных частях кузнечных земель. Я редко выхожу из Трикамня, но этот сопляк Карн вечно бродит по окрестностям. Он укажет тебе путь, не сомневайся. Угу. Она какой-то талисман сделать может. Но мне нужно ей что-то принести. И то, что ей нужно принести, знает, где оно лежит, знает сопляк. Ты говоришь, что надежда нет древняя, но все же растишь жизнь. Я шаманка. Я не могу оставить свое дело даже в эти темные дни. Мы сами, как лоза, пускаем корни, цветем и ложимся в землю, оставляя семена на песке. Нет конца у круга. Я не могу разорвать его и не могу остановить тебя. Расскажи мне о древе жизни. Лес вокруг древа осквернен порчей. Он познал голод. Ты не сможешь добраться до древа, во всяком случае, пока дышишь. Тебя тревожит путь брата. Это твое прошлое, но также и твое будущее. Камень, дерево, железо – вот дары творцов. У меня есть для тебя новые талисманы. Дорого. Очень дорого. Все имеется. Они классные, но очень дорогие. Так, ладно, побежали по квестам. Или мне сейчас нужно до этого, до сопляка идти, чтобы он показал, где мне найти ингредиенты для создания талисмана.
Или по квесту пошли, а потом уже будем талисман делать. Сейчас посмотрим. Ну, до сопляка просто очень далеко идти. Даже на коне далеко. Так, а тут где и что? Ага, сюда. Сюда, сюда, сюда. Прыжок. Так, и тут куда мне нужно? Сопляк находится... Сейчас. Ага, мне вот сюда идти. А сопляк находится аж... Аж... Так, не, не туда. Ага, вот сюда, сюда, сюда. Вот здесь. После котла. Далеко. Далеко бежать. Так что идем по квесту. По квесту гораздо ближе. Как-нибудь проживем без талисмана. Но я думаю, его придется все равно рано или поздно делать. Так, секундочку. Квест сюда показывает. Но здесь же дверь стоит. А, он. Кого-то мы еще будем убивать. А, сопляк, вот. Мы пытались остановить порчу, но ничего не вышло. Привет, сопляк. А я искал тебя. Шаманка предложила сделать мне талисман, если я соберу материалы. И ты не зря согласился. Ее дары очень сильны. Где можно найти кость ходока? Ходоки постоянно бродят вокруг котла. Если имя дано тебе не зря, то ты справишься с ними без труда. Так, ходоки возле котла. Это, возможно, нужно записывать, чтобы я не забыл. Я так и сделаю. Если тебе уже пора идти, не смею тебя задерживать. Поиски — это такое увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что ты можешь найти. Например, вдруг ты найдешь часть доспехов, которые я потерял много лет назад. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Так, ему нужно найти... Ты можешь что-нибудь доспехи? Рассказать о слезах гор? Ливневый форт находится за этой преградой. Он стал первой жертвой порчи. Мы запечатали слезы отца камней внутри, опасаясь последствий. Если я поступлю, как просит Элия, вы все узнаете. Да, и мир от этого только выиграет. Чистые, как горный ручей, или черные, как грех, слезы выведут нас из тупика. Всегда, когда я тебя вижу, ты стоишь без дела. Без древа жизни я такой же пленник этого мира, как и ты, всадник. Но кое-кому удалось выбраться до того, как древо исчезло. Например, Ультейну. Кто такой Ультейн? Всего лишь еще один творец, но с огромным молотом. Когда он сбежал, я не рискнул пойти за ним. И правильно сделал. Интересно, почему? Если бы не моя отвага и ум, ты бы еще искал котел. Так, и чё? Чё дальше? Тут же пройти нельзя. И бомб я здесь тоже не вижу. Да, а не, патроны не кончаются. А я выше поднять не могу почему-то. Или нужно отойти-ка. Я правильно делаю, что я стреляю? О! О, это было гениально! А я немного отдохну. На, умри, сопля. Я стрелять научился, кстати. Это Маус 3, стрелять. Так, чтобы найти какие-то там части для... Для амулета нужно идти, это, убивать ходоков возле котла.
Котел? Котел. Дед котел. Вот котел. Вот где-то здесь нужно их убивать. Далеко. Не зря мы пробили эту дверь. Погнали туда. На коня и в бой. Новая локация, новые монстры. Это интересно. Конь какой-то туповатый в стенку впрется, пройти не может. Опять такое все мрачное, мрачное, мрачное. Там хоть какое-то все более-менее зеленое было. Такое приятное. Глаз радовало. А здесь все мрачное. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вас даже сразу не заметил. Такие мелкие. Мне нужно больше газ. И летающие даже есть. Ух ты, ух ты. Толпой налетают на меня. Толпой. А чего вас так много? Они вообще кончаются или нет? Кто-то их бью, бью, бью. Они не кончаются. О, левеловый покачал. 5-й левел, отлично. Можно песика расстреливать. Не, они кончаются или нет? Я не пойму. Или нужно эту штуку разбить? Гнездо типа ихнее. А, вот гнездо ихнее. Так, разбиваем гнездо, и они больше появляться не будут. Так, разбили гнездо, да? Всех убил? Нет, не всех. Все, всех убил. Фу-ху, это было рубилово. Давай посмотрим шмотку, которая у меня... Вот, что это такое? А, это плечи выпали. Обалденные плечи надеть. Во, эти плечи уже красиво смотрятся. А оружие где? А, вот, что это такое? Кастеты! Офигенные кастеты. Какой я красивый уже. Вы посмотрите, какой я красивый уже. Красивый и сильный. Мужчина. Так, здесь куда его идти? Так, о. Откуда бы я прибежал? Ага, отсюда прибежал. Вот сюда можно немножко налево свернуть и посмотреть, что тут есть интересного. Возможно, мы здесь что-то найдем. Так, вниз я упаду. А как мне потом подниматься? Под водой я плавать не люблю. Мне под водой неудобно плавать. Камера неудобно крутится. Вообще полная фигня. Под водой плавать. Секундочку. Какой облом, да? Какой облом. Так, сюда, сюда. Это нужно с разгона прыгать, да? Ага, вот так вот. И тут дверь какая-то. Секретная дверь. Так, сундук вижу. Сундук вижу. На карте. Наверное, он под лестницей, да? Спрятался. Да. Ну, открывайся. Серпыки-то. Так, что за этой дверью у нас?
Разрушенная кузница. По центру стоит обалденный сундук. К нему нужно добраться. А чтобы к нему добраться, нужно подумать головой, да? Здесь все так легко не бывает. Вот водопад, вода. Так, а ну... Это фигня полная. Вот в воду нужно, не нужно прыгать, непонятно. Ладно, тут что-то, я ничего не вижу в этой комнате. Но я ж не думаю, что комнату просто так сделали. Там же по-любому что-то должно быть в этой комнате. Так, вот там подняться можно. Сейчас проплывем здесь по кругу. Ничего здесь я полезного не вижу. Как плыть вверх? Кто мне скажет? Вверх плыть. Плыви вверх. Вверх плыви. О. Сложно. Отсюда я пришел, походу, да? Ну? Ну и чё ты не прыгаешь? О, давай. Ага, тут давай я пришёл. И больше нигде каких-то парапетов, по которым можно куда-то залезть, я не вижу. Так что возвращаемся в эту комнату. И здесь, наверное, нам придется все-таки вниз плавать. Вниз типа спрыгивать и там куда-то плыть. И вот эта штука интересная. Ну, так. Пока что я здесь ни черта не вижу. О, это, наверное, туда, куда нужно. Только я застрял. Мы нашли подводный секретный проход. Карту нашли. О, тут вообще 4 этажа. Тут, наверное, будем долго туда-сюда в поисках. Прыгать, плавать, искать, что-то еще делать. Вроде понятно все. Сюда. Камон. Как он разрывать стал все просто. Офигенно. Если раньше был так, это урон был примерно там по 50, по 60, то сейчас по 100 с чем-то я бью. Тут завалено, там тоже завалено. Сюда идти. Хопа! Тихо. Туда мне не нужно. Я даже не знаю. Туда мне нужно, не нужно. Вот тут, блин, уже непонятно, что нужно и куда нужно. Ну давай, прыгай ты. Ну что ты не прыгаешь, ты что? Селедка. Ну давай, выше. Так, непонятно. В натуре непонятно.
что здесь нужно делать. Ну, тут тоже ж как бы неспроста эта комната. Неспроста. Тут по-любому что должно быть. Короче, это писец. Я уже полчаса бегаю, и фиг его знает, что здесь делать. Реально фиг его знает, что здесь делать. Я уже туда-сюда, туда-сюда. Мне уже надоело, мне уже, не знаю, мне уже нервы сдают. Вообще непонятно, что делать здесь. Тупо-тупо непонятно. Я что не знаю, ребята, на этом видео закончу. Будет очень коротенькое видео. Если я разберусь, куда там дальше идти, вот с того момента я начну записывать следующее видео. Всем спасибо за внимание, всем пока. Бабах.